все ходили, жаловались, писали жалобы, звонили в службы все, и все говорили, что здесь все нормально, все прекрасно. Даже аварийные выходы, когда мы сидели, аварийные выходы были закрыты. Я его поднял пьяным. Вы понимали, взрыв произошел, он так и лежал. Я его уже нашел внизу, то есть я зашел. Как это можно? Внутрь, бомбоубежище, вот никакого течения, то аварийные выходы закрыты. Вниз, влево, то есть он вообще сам он в убежище. Мы разговаривали позавчера с заведующей, она сказала, что это не укрытие, что я не знаю, кто за это все отвечает.